Дождались. В новогодние праздники на ивановских дорогах появился первый и пока единственный в регионе низкопольный автобус. Транспортное средство большой вместимости отечественного производства одному из транспортных предприятий предоставил завод-производитель на тест-драйв. Автобус «Волга-Бас». Китайский мотор стоит, ходовая китайская, на газон этот автобус. 27 мест на нем, 65 общих. Низкопольный, есть подиум для инвалидов. Ну, единственный минус только в том, что дороги плохо чистят у нас. Не везде он проезжает. Автобус приспособлен не только для того, чтобы маломобильные граждане без особого труда поднялись в салон. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя и отдельное место в середине салона. Ездит чудо-транспорт на газовом топливе, что должно экономить расходы на его эксплуатацию. Первые дни автобус работал на 35-м маршруте, сейчас его переместили на 29-й. Но это не окончательное решение. И затем будем использовать на 150-м, тоже попробуем. Мы смотрим по загрузке, особенно в часы пик, то есть пиковая нагрузка на маршруте. Пассажиры удобство новой модели автобуса оценили сразу. В маршрутке столько народу, во-первых, не сядет. Если они регулярно будут, ну, как бы по расписанию ходить, будет пользоваться спросом. Лучше автобусы, чем маршрутки, очень хорошо. Хороший автобус. Первый раз на нем, сразу понравилось. Стоимость автобуса порядка 7 миллионов рублей. Потому, прежде чем приобрести его, нужно взвесить все за и против. Однако, если модель хорошо зарекомендует себя в течение месяца тест-драйва, не исключено, что в Иванове появится свой собственный, а не арендованный «Волга-Бас», а то и не один. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.